Источником проблем может стать не только пиротехника, но и еда. Несколько разновидностей рыбы и креветок из Китая с сегодняшнего дня в Иркутской области под запретом. Ввоз продукции в нашу страну временно ограничил Россельхознадзор из-за многочисленных нарушений. Их выявили в ходе проверок на предприятиях в КНР. Попали в опалу тилапия, форель, осетр, угорь, некоторые разновидности креветок и смеси морепродуктов. Дело в том, что в отдельных образцах специалисты нашли ртуть, мышьяк, кадмий. Также выявлено применение лекарственных и гормональных препаратов при выращивании морепродуктов. И это еще не полный перечень нарушений. Кое-где на предприятиях обнаружена рыбная продукция, которой уже 7 лет. Она считается испорченной, но не исключено, что ее продолжали поставлять на прилавки магазинов, в том числе Иркутской области. Будут ли проверять рыбу и креветки, которые уже находятся в торговых точках нашего региона, пока неизвестно. Местное управление Россельхознадзора ждет указаний из Федерации.